Привет, друзья! С вами компания «Прогресс Авто», город Тула. Сегодня вашему вниманию представим отличный японский трактор Исеки Сиал Хантер 253. Вот он. Такой вот у нас блестящий, свеженький трактор. Обратите внимание, с родным козырьком, брендированным от фирмы Исеки, естественно, с родной почвофрезой Исеки ARH 1503. Ширина захвата почвофрезы у нас 1,5 метра, высокий грядообразователь с быстросъемным механизмом, очень легко снимается. Фреза также установлена на быстросъем. Вал отбора мощности у нас имеет, то есть трактор имеет 3 скорости вала отбора мощности. И реверс вала отбора мощности включается вот здесь, возле блокировки дифференциала. Также есть реверс КПП, то есть выбираем движение вперед-назад мы путем движения, легким движением левой руки. Так, на тракторе у нас мощный передний мост. Посмотрите, гидроусилитель руля, трехцилиндровый дизельный двигатель, естественно, с водяным охлаждением, большим генератором, то есть полноценный настоящий тракторный двигатель. Состояние, ну, наверное, E5 с минусом, хотя, если честно, минус тут можно поставить только за небольшие минимальные следы коррозии на родной японской краске, да и, в общем-то, больше ни за что. Резина вся в идеально новом состоянии. По передней резине, ну, наверное, небольшая потертость есть по протектору, в отличие от новой резины, но она минимальна. Вот такой замечательный трактор ждет вас в городе Тула по адресу улица Новомосковское шоссе, дом 28. Этот и другие тракторы вы также можете заказать к себе домой с доставкой. Всем пока, с вами компания «Прогресс Авто». Обращайтесь за вашим помощником. Да, вообще зачет вот все на месте. В продолжение обзора Сиал Хантер 253 хотелось бы под камеру запустить двигатель. Здесь есть один небольшой нюанс. Когда мы включаем зажигание, у нас загораются свечи. На панели приборов почему-то с завода не выведен индикатор свечей накала. Мы немного поворачиваем ключ, ждем несколько секунд и только потом запускаем трактор. По работе трактора слышно, что он рвется уже на обработку почвы, рвется в работу, очень мощный и при этом тихий и удобный японский мини-трактор Исеки Сиал Хантер 253. Стоит в Туле по адресу Новомосковское шоссе, дом 28. Не упустите своего помощника.